В Саратове автомобиль провалился в яму, вырытую энергетиками. ЧП произошло на пересечении улиц Степана Разина и Беговой. В этом месте велись ремонтные работы в Волжской ТГК. По словам представителей предприятия, яма была должным образом огорожена. Однако водитель провалившейся машины уверен, предупредительную ленту нужно было выставить намного дальше от места ремонта, поскольку пар от горячей воды закрывал весь обзор. Вот видите, где ограждение стоит и где край вот этой траншеи. Вот ее не видно, а тем более пар оттуда идет. И вот я даже не видел, я только чувствую, у меня раз колесо туда, бух, провалилось, и она начала заваливаться туда.